Скандально известная по сводкам ГИБДД стритрейсерша Мара Багдасарян отбыла очередное наказание. Накануне она покинула спецприемник МВД, где провела под арестом 15 суток за прогулы обязательных работ. Общаться с журналистами она не стала, а по словам ее адвокатов, у Багдасарян в изоляторе резко ухудшилось состояние здоровья. После курса реабилитации нарушительница продолжит выполнять принудительные работы. У нее осталось 587 часов исправительных работ, которые будут также исполняться. Я не могу вам сказать, в каком режиме. Возможно, в таком же, по 4 часа в день, возможно, по 6 часов в день, возможно, по 8. Как позволит ее здоровье, и если это не будет мешать ее реабилитации. Спустя несколько часов после освобождения Мара Багдасарян вновь попала в криминальные сводки. Сотрудники ДПС после непродолжительной погони задержали принадлежащий ей автомобиль. По словам очевидцев, «Мерседес» двигался на большой скорости. Багдасарян в салоне находилась на пассажирском месте. Водителя, который был за рулем, доставили в отдел полиции.